Всем доброе утро! Огромный привет! Я сегодня еду делать на каточки. Выберу, наверное, вот такого же цвета лак. Очень красивый, прям мне нравится. Насыщенный алый. Нет, это даже не алый, это что-то между фуксией и красным. Блин, я не знаю, что это за цвет, но он очень красивый. Я хочу такой же цвет на ногтях. Я вчера выкладывала небольшое видео, показывала, что Алиса у нас утопила телефон. Ну, я и разрешила с ним искупаться, но просто мы не сняли потом с него чехол и еще поставили на зарядку. Запотели камеры, передние, задние, и он просто перестал включаться. Но, знаете, тоже как-то странно, он стоял на зарядке, я его пыталась включить. Включилась сирена, то есть сначала была вибрация, потом включилась сирена, и автоматически набрался номер телефона 112. Представляете, женщина говорит, что у вас случилось, где вы находитесь? И я объяснила ситуацию, что у меня черный экран, просто идет вызов. О, Анатолий Григорьевич приехал. Просто идет вызов, и я ничего не могу сделать, попросила ее положить трубку. Анатолий Григорьевич! Алисочка у вас осталась, картошечку будет кушать жареную. Ага. Я на маникюр и приеду через полтора часа. Давайте. Спасибо. Ой, как хорошо, да, что мы живем здесь не одни. Вот. Так что, ребята, Леша сегодня гонит, везет телефоны в ремонт. Я позвонил, короче, ремонтнику. Он сказал срочно. Он говорит, только на зарядку не ставьте. Я говорю, да нет, нет, мы на зарядку не будем. А они, оказывается, уже ставили на зарядку. Здрасте. Я даже и не знал. И я говорю, это, а что, как быстро надо телефон привезти? Он говорит, сразу же везите ко мне. Я говорю, мы его вчера еще утопили. Можно я завтра привезу? Мы просто завтра в город собирались. Он говорит, нет. Он, да? говорит, нет, говорит, не факт, что там же батарея. Она говорит, идет сейчас процесс окисления. Ты можешь себе представить? А там все тоненькое, маленькое, хлипкое. Это же капец какой-то. У меня там вся моя жизнь в этих телефонах, поэтому я, Леша, сказала, чтобы там никто не рылся. Либо ты сидишь, смотришь, да, я буду сидеть, как делают, да, до талого прям сидишь. Либо говоришь, чтобы все при тебе стерли, и тогда уже занимались ремонтом. Не, ну там только такой вариант. Сейчас при мне он его разбирает, этот телефон, полностью распечатывает, угу. Просушивает, мы его включаем, то есть, ну, работает он или не работает. Угу, угу. И все, как бы. Если не работает, то, значит, надо будет что? Выяснять, какие запчасти вышли из строя, что надо будет. Ну, ты поснимаешь, ты мне покажешь потом, да? Ну, поснимай. Ну, мне вот, интересно. Вот бы один поворотник бы включил. Все, ребятки, а я еду на маникюр. Вот чего ты сегодня проснулась, и просто мне захотелось что-то сделать с собой. Маникюр, например. А еще здесь, ребята, в станице я нашла косметолога. И скоро, наверное, схожу на какие-нибудь процедурки. Хочу немножко почистить носик. Вот. Хочу массажик сделать. Ну, что-то такое незначительное. В принципе, я считаю, что для своего возраста я выгляжу просто супер. Потому что, ну, есть с чем сравнивать. Сейчас бегать, ездить себе, делать губы, жопы, брови, сиськи, там, я не знаю, что еще. Я еще хочу себе немножко добавить объема в губы, но чуть-чуть, прям совсем, потому что, видите, губки такие стали не наполненные. Я вот когда беременная была, Алиса, мне прям такие губы были. Вот и беременней, кто тебе не знает. Ребят, вот такой маникюр мне сделали. Нереальной красоты. Цвет называется пентхаус. Смотрите. Супер. Вообще супер. Говорю, тихо, здесь собака где-то должна выпрыгнуть. На собор кидается. Страшно немножко. В общем, решила я пройтись пешком. Мне нравится здесь ходить. Здесь такая улица, не сильно проездная. Можно пройтись, прогуляться, погреться. Сегодня тем более не жарко, у нас солнца нет.
такая вот погода. Не очень солнечная, смотрите. Смотрите. Слива. Вот, ребят, смотрите, а здесь виноград. Обалдеть. Красота какая. Уже почти дошла до дома. Увидела сливу, смотрите. Прям ветка сломалась, одна вот валяется. Супер, да? Одну оторву. Попробую, но мне кажется, зеленая. Кислая еще. Зеленая. Я думала, что сегодня будет прохладно. Но так парит, ребят. Скорее, скорее, машина здесь гоняет. Везде яблочки. Вон, прям на дороге валяются. Какие-то черные ягоды. Похоже на черемуху. Давайте глянем, что это такое. Ну, смотрите, что это за ягоды? Как черная смородина, но это точно не смородина. Может, черная рябина или черемуха. Подхожу к нашей улице. И такой ветерок хороший. Ой, здесь хоть ветерок гуляет, чё я очки не взяла? Ну, потому что мы когда с Лёшей поехали, было пасмурно. Сейчас такая жарища. Всё, всю улицу у нас распродали. Кто успел, тот успел. Алисочка дома, да? А? Алисочка там играет в компьютере своём, она не очень покушала. Ага. Так она покушала, всё. Хорошо. На руки, я сказал, не бери, потому что там это отрава, говорю, быстренько ручки гибаем. Да, да, чтобы спасибо, да. Она еще сегодня в одежду в мою залазила. Ну, она обижается, когда я ей говорю так. Обижается, ну, пока нельзя трогать Синди, да. Она ходит мяу-мяу-мяу-мяу. Конечно, она хочет на ручке, но извините, пару дней. Нельзя, да. Да. Ребят, что у нас случилось? Синди ночует теперь на улице. И она где-то подцепила клещей. Ну, не клещей, наверное, даже клопов. Ну, что-то такое микро-микро, что не видно. Я ее сегодня утром забирала с улицы, взяла на руки, и мне всю руку вот здесь искусала что-то невидимое. Не знаю, что это было. Но у нее, видимо, в лапках это сидело. И нам с Лешей пришлось найти капли, как-то покупали. И на холку ей сделали. Видите, вылизывается, вот чихает. Ой, в общем, пока на руки ее не берем. Но она сама мучилась уже последнее время от этого, видите, чешется. Бывает, знаете, лежит, себя помыла, и резко, как волчок, начинает крутиться и хватает себя за попу. Как будто у нее там какая-то блошка. Я ее так смотрела, блохастиков никаких не было. Вот что-то микро-микро прям, микро-микро ее кусает. Ты моя зайка, да зайка, на ручки нужно. Да, я знаю, мышка. Ну, пойдем домой, пойдем. Вчера до ночи занималась садом, убирала сорняки. Смотрите, этот монстр, он все больше и больше с каждым днем. Больше и больше. У меня же здесь еще растение росло, я его убрала. Ну, вовремя убрала, потому что его бы заглушили, вот эти калеусы. И еще очень хороший цветок, вот этот. Сначала он был такой неприметный. Я думала, будет маленький и, ну, такой несерьезный. Но смотрите, как он разросся и тоже хорошо переносит солнце, очень яркий. Растет и растет, ему прям нравится на солнышке. Не знаю, что это такое, на рынке покупала. Вот. Вот эти растения, которые сухоцветами потом становятся, не выдержали жару. Многие пришлось убрать. Помните, как красиво все начиналось? Многие пришлось убрать, почистить. Санитарная обрезка была. Капуста растет. Арбузик растет. Морковка, свекла. Кто-то мне сказал, нельзя рыхлить свеклу и морковь. Ребят, как нельзя? Если аккуратно, то можно. Лишним точно не будет.
И еще знаете что? Я же покупала шалфей розовый и фиолетовый. Фиолетовый мне очень нравится, как растет, так красиво, кучкой. А розовый почему-то расползается. Расползается и еще в придачу ко всему дает вот такие, видимо, семена, да? От семян это уже выросло. Я сначала думала, что это что-то похожее на фиалку. Но потом, когда присмотрелась к листочкам, я поняла, что это шалфей. И вот он уже повсюду. Это как сорняк. Розовый, как сорняк, самый настоящий. А фиолетовый очень красивый. Да моя девочка, ну что, мой хороший, ну что? Пойдем домой. Пойдем, пойдем. Пойдем, моя маленькая, пойдем. Ты уже, наверное, нализалась этой травы. Пошли, Синди, пойдем домой. Пойдем. Мам, ты мне купила гитару? А мы сейчас вместе с тобой поедем. Алиса уже спрашивает. Сейчас вместе за гитарой поедем. Только я отдохну 2 минутки, ладно? Я пешком шла. Че, телефон кончился? Папа купил дисплей. Че, работает теперь? Не знаю, будут сейчас проверять. А мой-то это, планшет? Планшет заменят дисплей. Тоже 2 дисплея? Да, да. А че, он такой же будет? Минус 1020-30. Вот так вот поиграли. Планшетами, телефонами, да? Вот так вот, вот покупались. Да. Купаться нельзя, сказал папа, ни в коем случае. Даже, все знаешь, это ерунда. Не снимешь ты ничего, не вот это, ничего. Да, папа сказал, все это ерунда, то, что айфоны не, водонепроницаемы, это все ерунда. Забрала Алису, переоделась. Все. Надела свой новый костюмчик. Ребят, надела новый костюмчик, футболка. И бриджи. Едем за гитарой. Неправильно указали мы адрес, куда нам нужно ехать. И идем сейчас с Алисой, ищем улицу Народную. Ребята, смотрите. Ну, здесь недалеко. Я сейчас могу сделать лицо моего папы. Сходство поразительное, да? Еще, знаете, в попыхах. Такси вызвала и не подумала, что с какой сумкой я пойду. И пришлось брать ту сумку, с которой я ходила утром. Вот такую. Мне кажется, она здесь не в тему. Мне тоже. Нужно купить поясную, спортивную. Потому что наряд классный. А у папы есть, да. У папы, кстати, Adidas. Он же говорил, натирает, ему неудобно. Да. Да, заберу. Классный, я выбрала цвет лака. Ребят, вообще супер. Смотрите, под все подходит. Под все. Надела сегодня шлепки. Нужно было кроссовки одеть. У меня такой пляжный лук. В Крым поедем, я вот так буду там ходить. А здесь что-то я вот опять поторопилась. Такси очень быстро приезжает. И по станице такси стоит что-то 60-80 рублей. Или 60, или 80 от нас до центра. Алиса у меня выпрашивает военный костюм. Какая тебе нравится расцветка? Вот такая мне детская. Мне нравится, да, вот такой вот. Очень вот такой, да? Ладно, мы с тобой попозже придем, хорошо? Давай завтра. Завтра? Да. Давай уже, когда в школу пойдешь. Для чего в школу? Давай завтра. Хотя, когда я пойду в школу, уже будет на 2 размера где-то больше. Да? В каком магазине? В этом магазине? Да. Ну давай, сбацай что-нибудь. Я вообще не умею. Научишься. Ну сейчас папа будет такой. Я ж тебе говорила, для чего она тебе? Она же для детей 3-летних. Да нет, такой размер, какие 3-летки, ты что? А мы бродячие артисты, потому. Да. На свете без сюрпризов. Невозможно никому. Купили с Алисой мороженки. Какие-то новые мороженки, которые мы не видели. Я взяла Мишка на полюсе зефир. А Алиса себе взяла какую ты взяла? Вот такую вот шоколадную. Магия холода. Вот, я взяла вот эту. Сейчас попробуем. Да, сказали, что Мишка на полюсе очень вкусные сливочные, прям сливочные. Да, поменяемся. Поменяться? Я шоколадные не люблю, Алис. Ладно, давай я попробую твою. Я тебе дам попробовать обязательно. Кушай быстрее.
Сосиска, которая зефир, очень вкусная. Кстати, Леша сейчас позвонил, сказал, что за нами приедет. Говорит, никуда не уходите. Алиса говорит, я эту гитару быстро кончу. Ну, в смысле, быстро ее. Раздолбайся ее, да, Алис? Угу. Что, упала туда что-то? Смотрите, что я ей сделала. У меня была резиночка, я на резиночку повесила вот эту штучку. У меня, видишь, там... Что там? Что-то попало? Да. Ничего страшного. Ты довольная? Да. Как тебе гитара, папа? Я говорю, мои стихи, твоя гитара. Мы отличная пара. Пара. Быстро ты. А что, белый чехол теперь у него? У тебя теперь белый чехол. Ты мне купил? Спасибо, да, зай. Я не так спела. Спасибочки. Ну что, он живой, все сохранилось? Да вообще ничего. Я тебе говорю, мы дисплей только поменяли. О. Мы отличная пара. С тобой мною рядом жизнь на край света. Ребята, Алиса что-то хочет вам показать. Смотрите, какую маску анонимус сделал. Если что, идея моя. Если я там кого-то украла, вы скажете, то я еще не знаю людей, которые могли бы сделать эту маску. Но если у кого-то уже была эта идея, то ну вот. То ничего страшного, да? Да. Просто я... Примеришь, покажешь, какая она яркая. Ну-ка. Радужный анонимус. Ну, это не радужный. Нет? Это трехцветный. Или четырех. Хорошенький. Ну, иди переодевайся. Одевай свежую одежду. Голубую в стирку, Алис. Поэтому выбери новое, хорошо? Почему опять открыто? Сейчас закрою. Комары налетят, да. Никто не налетит. Больная тема закрыть дверь. Ребят, смотрите, какие леггинсы я нашла. Василек с кармашками новые. У меня вообще очень много вещей Василек. Многие думают, что мы это потом все либо раздаем, либо продаем, либо назад отправляем. Но нет, я все просто складываю и потом достаю. От этих бридж была футболка белая. С окантовкой вот такой красной. Ну, она мне не очень понравилась, а бриджики я оставила. И вот настал их час. Пошла поливаться. Смотри, какая стрекоза. Вот она, красотка. Музыка вновь слышна, встал гитарист. Вальс заиграл. Улетела, да? Неужели сезон стрекоз начался? Ну, если одна, то значит... То значит, будет еще. Что, напала? Нет, я ее взяла в руку. Зачем? Зачем? Что, ты боишься? Ну все, ребята, день пролетел незаметно. Ногти делали только 2 часа, но сделали прям супер качественно, супер качественно. Хрень. Стоили они 700 рублей. Хорошие материалы,
Ногти не пекло, мне это очень нравится. Ну, красивые, ну согласитесь, красивые, аккуратненькие, красивые. Все, всем пока-пока.